Итак, мы хотим поставить сначала Alt 8 с каким-то ужасным разбиением, где первая партиция Swap, вторая Root, третья Home, а потом уменьшить вторую партицию, первую партицию сдвинуть, вторую партицию с рутом уменьшить, сдвинуть там. Ну, в общем, так, чтобы место под винду выделить и установить винду. Так, давайте создать новую машину. Alt Linux создадим. Linux 64. А, есть у них. Он больше на Мандриву похож, конечно. Ну, Аза мы сделаем. Значит, пусть будет далее. Пусть будет 1024. Дальше. Создадим виртуальный диск. Мы размерчик его зададим. Ну, 40-овничек хотя бы. Сколько там он будет требовать? 80-ник поставим. Так, теперь мы на него посадим оптический привод. Вот, Alt Linux. Теперь мы его застартуем. Установочку сделаем. Уберем Quiet Splash, чтобы побольше писало нам информации. Так, что-то он пишет. Фух, у меня такое ощущение, что он просто не живет. Так, ну, пропагатор и все. Так, файл, так, машина, завершить работу. Ну и что она не закрыть, выключить. Так. FCD. FCD. Посмотрим сейчас как. Какой-то установщик у них дореволюционный. Кривой весь. ЕВМС? Зашибись, ЕВМС-то уже все, давно помер. Или это просто так вот написано? Вместо ЕВМС сейчас ЛВМ? Да сейчас, когда это уже лет 15 как? Так. Ну, сейчас смотрим. Ну, вот, слушай, Red Hat много быстрее и отзывчивее работает. Тут вообще какие-то траблзы, супер. Ну нельзя ж так. Нельзя же так. Так.
Фух. Ну, он... И опять ничего, никаких реакций. Тут переключение. Клавиатура. А, хостом переключается. Хост. И виртуальные консоли не видно. Но может быть он когда-нибудь. Ай. Это ж просто издевательство какое-то, а не установка. Бутскрин, бутскрин. Так, прервемся после загрузки, включимся обратно. Вот, загрузилось. Live CD установить на жесткий диск. Щелкаем. Так. Странный немного инсталлятор. Да, я согласен со всем. Да, давайте. А, раздел вручную давайте подготовим. Диск разобьем следующим образом. Итак, у нас своп вначале создадим. Что за дополнительные настройки? Своп, окей. Удалить файловую систему. А. Так. А как тут есть тут, чтобы ну тут LVM, RAID. Так. Ну и как тут это? Нет, это простому человеку не понять, как все это делать. Так. Root. Мы на консоль перешли. Значит, CF-диск. CF-диск. Нет, CF-диска нету. F-диск. Ага. Dev SDA. Значит, что у нас тут? Давайте New Primary. Там у нас Primary. Значит, первый. First Sector. Ну, например, плюс 2 гигабайта. Type Linux Swap. L большой я нажал, вот, выбрал 82-й. Linux Swap, где он 82-й? Второй. О, Linux Swap. 82-й. Значит, new, опять primary, второй, это будет рутовый, ну, пусть будет 20 гигабайт там. First sector оставим, да, а плюс 20 гигов Linux, и все остальное будет home, да? Primary. Primary, третий. Все. Записали. Вышли. Переключаюсь на графику. Назад. Подготовить раздел вручную. Далее.
А он не перечитал. Значит, что так SF-диск, ну есть, так dev sda, что еще за команды? Yes. Так, sfdisk минус r перечитать должен. Все у нас поменено. Ладно, значит, давайте мы так сделаем. Мы так на 7, на 6, на 5. Так, мы это закроем и попробуем запустить еще раз. Далее. Далее. Вот. Вручную подготовим. Значит, на этом мы делаем своп. Значит, на этом Extended 4. Это у нас root. Метка тома — это так, совсем не важно, это для красоты. Под root tom мы монтируем. А это у нас файловая система, тоже extended 4, назовем home. Это просто название, тоже ни к чему не относится. Будем монтировать как home, тоже отформатируем, да. Все. После этого он должен все. Да. Зачем ты одел? Чего? Я записываю, видишь, записываю. Слышат? Да, слышат тебя. Ты говоришь, слышат. Слышат? Да, тебя слышат. Надо дверь закрыть на балконе. Я говорил, все их дал. Да? Послед. Да, я закрою дверь балконную. Ветер угадил. Да. Так может. Значит, сейчас ставится. А тут что он еще кроме этого-то будет делать? Загрузчик, администратор системы. Ой. Неспешно все это делает. Можно это прокрутить на быстро, взять бегунок и перекрутить. Тоже
Значит, какой следующий план работы будет? Да, ой, очень хороший, ну, не очень хороший, да. Какой следующий план работы будет? Мы сейчас загрузимся с System Risk CD, перенесем, значит, удалим swap, удалим home, перенесем партиции рутовую почти в конец. Будет у нас первая primary партиции под винду будет, вторая рутовая будет, и потом мы две экстенда сделаем, пятую и шестую, на один своп поместим, на другой root. После этого нам нужно будет в FSTab'е переписать точки монтирования. Естественно, после такого переноса у нас загрузчик слетит. Или не слетит. Посмотрим, да? Значит, после этого мы снесем. Поставим винду на первую партицию. Я специально энтерпрайзную винду скачал. Такую урезанную. С Microsoft. Там 90-дневный evaluation стоит. И потом восстановим загрузчик, так чтобы можно было загружать Windows и Unix. После этого нам что нужно сделать? После этого нам по большому счету нужно сделать бэкап всего диска. Потом у нас из этого бэкапа можно будет восстанавливать. Сейчас уже доставит он. Установка системы идет. Ну, фактически он не устанавливает. Фактически он просто копирует. Видели, мы тут ничего настроить не могли при установке. Он фактически копирует то, что у него на диске, на CD-роме, на партицию. То есть у него вот этот Live CD, рабочий образ, он его просто перекопирует. Ну, это самая быстрая установка, потому что, ну, в обычной установке мы устанавливаем разные пакеты, то есть нам нужно взять, выбрать пакет, распаковать его, записать базу данных, что он установился и так далее. А тут у нас все, что нужно, это просто скопировать то, что есть. Сейчас скопируем. Скажи, где плюс? Скажи, где плюс?
грузиться можно было бы или с CD-ROM, или сделать бутовую флешку. Ну, скажем, вот на том же самом портале System.cd, там описано, как сделать бутовую флешку. И под винду можно сделать бутовую флешку с помощью утилиты. В общем, пожалуйста, все что угодно. Так, а что-нибудь он пишет в консольках. А в консольках он логи не пишет, что ли? Странный установщик. Логи не пишет. Вот если проблема возникла, как нам логи посмотреть-то? Никак. Куда ты спрятал? Ой, что-то все. Пишет, 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 пишет. Вот этот у нас. Это пародия на старый гном. Второй. Ну, вообще, очень специфический дистрибутив. Он вообще из Мандривы. Мандрейка. Я, насколько помню, вырос. Ну, в общем, отошел от всего очень сильно. Так, куда установим? Да, на жесткий диск, конечно, загрузчик установим. Пароль ставить не будем на загрузчик. А пароль, ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это для рута пароль. Ох ты, 6 не набрал, что ли? А, значит, админ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Графический. Что такое? Вот так вот. В графический интерфейс под рутом можно и не зайти. Завершить. Значит, давайте зашатдауним ее, выключить. Просто проверим, что оптически, значит, извлечь. Остановилось оптический привод. Изъять диск из привода. Пусто. Давайте запустим, просто посмотрим, что бутится. Вот все. Шатдауним. А, что-то он шатдауним. Вот так вот. Выключить. Ну, на этом будем считать, что у нас установлено.